Всем привет! Мы планируем возобновить наш канал, и поэтому начинаем с такого прекрасного новогоднего видео на нашей новой участнице «Приключения на Эльбрус». Приятного просмотра! Первая остановка. А, не первая, уже вторая, техническая. Чуть-чуть. Короче, тюнинг немного подводит. Ну да. Ну ничего. Шнорки сними, как во льду. А, он что-то растаял. Ну да. Ну сюда. Короче, остановка по кайфу. Едем. Лес. Ершик. Все хорошо, все по плану. По плану которого нет. Ну, в этом наша сила. Там, наверное, все как раз замерзло, и ты начинаешь. Да ничего не замерзло. Что по замерзло? Кстати, под фильтром сухо. Да. Нет. А ну брызни. И песни. Бля, и мусорки нигде нету. А ну еще раз. А, оно на мэрзо, да. Ну, давай, заезжай. Ага. Льда столько. А? Льда столько, говорю. Ну, да. Лак не поцарапать. Скажите после этого, что он права не купил. Небольшая фотосессия, фоточку сделать какую-нибудь одну красивую. Сейчас сделаем фоточку и поедем дальше. Походу не попадает. Надо либо вверх на 12 поставить вот эту. Подожди, ну давай я ее вот. Вверх на 12. Подожди. А он. А, нет. Вот так? Да, 12,6. Так, подожди, тут же шпидирка тоже стоять. Их вот две.
А, они вот такие вот. Вот. А ну так. Так, вот так. Просто а там крутит на руле самом. Вот это нет. На руле самом. Нет, конечно. Но тут есть эти. Да нет, ты ее хуйнишь. Да подожди, а я не пойму, почему так. Ну давай, ладно, попробуем. Так, если раз, два. Так а как она должна попадать? На 12 и на 6, в другие пазы, кость. Вот так вот? Да. А зачем тогда вот эти? Да я для болтов. Сюда мы поворачиваем. Так, подожди, а если вот так? Не, так совсем далеко. Так, а если сюда? Поверну. А, во, все. Точно. Ну, вроде встало. Нет, не встало. Что не встало? Ну, еще сантиметр надо запихать. Ну, шурупом дотянул. Ну, это она как? В пазы не встала, она на шлице не встала. Да встала, все, ну, да? Ну, затягивай. Не, это, скорее всего, вот это не достает сейчас. Да, то она... Вот здесь оттянем и сюда пододвинуть. А, ну, давай. Там же, когда полностью эту гайку затягиваешь, эта шпилька торчит вообще ш**. И 5 миллиметров нету. Нет, про нету. Это нет, я не говорю. Подержишь? Есть. Не зря, б**, наборчик раскошелился. Да базара ноль. Так, на 8 маленькую. Ну вот оно, да, я кабан тростниковый. Ноги затекли. Стали прогуляться. Сить. Красивую дорогу для фотки. Заедем, сфоткаемся. Возьми свой телефон. Мы посмотрели по всем картам. Вот это горы, это около все трех. А вот это, походу, Эльбрус. Это, ну, 5600, да, кто знает. Ну, это ж круто. Саша говорит, если это Эльбрус, поехали домой, мы его видели. Да.
Да, просто нет. Видимость бешеная. Это, вообще. Ну, не может быть. Ну, сотка, ну слушай, ну мы из Краснодара, Лаганаки видим, Фиш, Таштен, а до них по прямой 120-130 километров. Рассказывай. А что рассказывать-то, я тебе рассказываю. Ну, так вам сейчас подъезжаем в Карачаев, и там, кстати, горная Кубань наша течет, Карачаевская. Я знаю, она там, у нее исток. На Донбайе. А, вот. Ну, это же КЧР. Да. А там еще пиво Карача есть. Да, и мы дальше едем через перевал Кумбаши, и вот такое вот ущелье у нас будет раз в 5-6 мы лучше. Кайф! Сделали первую остановку. Просто ехали, не знаю, где-то в районе Карачаевска. Карачаевска. Здесь хорошо и недорого. Сейчас покушаем и поедем дальше. По плану перевал Кумбаши. И до Кисловодска у нас еще медовые водопады должны сегодня успеть. Но, блин, что-то темнеет рано в горах, видно будет. Так, все хорошо. Кабардинцы впереди, братан, не армяне, кабардинцы. Ехали, увидели какие-то строения непонятные. А сейчас пойдем наверх, посмотрим. По светлу, не светлу. Может быть, водопады отложатся, но это очень интересно. Сейчас посмотрим. Когда-то тут были, наверное, нормальные эти ступеньки. Вот они как выглядели. Офигеть. Ну вот. Сейчас пойдем направо, посмотрим, что тут слева. Ну смотри, то есть это не совсем древняя фигня. Ну может, Великая Отечественная? Может быть. Ну коровы тут явно ходят. Коровы везде ходят. Ух ты. Офигеть. Да, один глаз хорошо, а два лучше, а четыре вообще зашибись когда. Офигеть. И это, судя по всему, все высекалось людьми вручную и вряд ли какой-то техникой. Да, вот железки, смотри. Не, бетоном, да. То есть просто жгли костры. Вот это смотри. Вот так плавится камень. Блин, солнце. Офигеть. Вот это все, это плавится так камень. То есть тут жгли костры, грелись. И вот так вот он плавится. Ну, хотелось бы на самом деле найти какие-нибудь надписи старые именно. А, смотри, типа воздухана что-то было. Вытяжки. Это вытяжка и буржуйка была. А вот смотри, это крыша. Железнодорожные эти, как они правильно? Ну, гвозди или как они. Обалдеть. Просто обалдеть. Надпись интересно, смотри надписи. Ну ничего пока нету. Даже электричество было. Да? Ну вот оно, да. Ну тогда скажи. Ну да, это великая пушка. Удобный,
вот мы заметили вот это, да, Сань? Ну да, чисто да, заборчик. Забор, а потом уже вот это, да. Так ты посмотри, еще получается плата. Плата и плату хорошо видно, то есть... Ну да. Позиция была занята очень серьезная. Незапланированная остановка. Сашка на экшен снимает, может потом видос сделаем. Короче, ехали, нашли вот такой замок. На карте особо никакой информации нету. Но это сделано уже в современном мире. То есть металл есть, все, проводку нашли. Но, видимо, это какое-то укрепление. Подозреваем, что у Великой Отечественной войны такое. Очень удобная высота, потому что, видите, полностью просматривается все плато. Одно ущелье и второе ущелье. Чего? Электричество, это возможно либо радио, либо связь. Связь. Ну провод похож на либо радио, либо связь. Почему все обугленное такое? Ну потому что, видимо, огнем все. Грелись. Сколько лет? Типа гильз. Вот белая дорога. А, да. И вон она вверх пошла, и скорее всего можно наверх выехать. Да. Жаль, что уже начинает темнеть. Не, ну сверху-то темно. Ради такого-то можно вот сюда приехать, понимаешь? Да, оттуда вообще видон. Вот это тоже видно, что высекалось, мне кажется. Ну да. Ну о, тоже была какая-то фигня. Братан, сфотай, пожалуйста. Сфотай меня по-братски. Сфотай, говорит, меня по-братски. От леса. Слышишь шум? Нет, тебя пошумит. В смысле, дороги. Ну, плато очень крутое. Было бы чуть побольше времени, мы вот сюда бы заехали. Вот этот обрывчик, или как он там, холмик называется. Мы едем просто по горе. Встречать закат. Дороги нет. Дорога вон осталась. Что? Вижу цель, не вижу препятствий. Сейчас встретим. Там была одна накатанная. Он говорит, я знаю короткий путь. Они походу долго. Я сейчас, говорит, знаю короткий путь. Но я чувствую, что мы сейчас вернемся на ту дорогу. Нет, мы до верха доедем. Просто посмотрите, дороги нет. Конец этой горы. Вот чуть-чуть осталось. Да я вижу сюда. Не надо, едь на первый. Не, она просто не такой. Это... Нам как бы туда надо. Сейчас колесо объеду, чекпоинт возьму. Клип. Большая гора, я думал, много... Я тоже думал, что мы уже сейчас приедем. Просто солнце-то тоже ходит. Ну, понятное дело. Я боюсь, мы можем делать прыжок. Вот наши следы. Мы приехали оттуда. Хотели быстро заехать на плато и последние лучи солнца проводить. Но, к сожалению, эта плата почему-то идет все время вверх, и конца и края ему нету. К сожалению, солнце мы не догнали. Но видим только вот последние лучи на той стороне. У нас все хорошо. Сашка, ты как? Обстановка по кайфу. Главное, мина не вступить. Главное, дорогу сейчас обратно найдем, потому что по полю прям жестко ехали. Бедная да Нива. Не, по клипам поедем. Не, Нива молодец, все держит, все хорошо, все на месте. Мы тут ехали?
Мы тут не ехали, мы вот там по полю ехали. Мы должны были сюда, мы сокращали. Приехали в Ессентуки, поселок называется Ясная Поляна. Мы заселились в гостиницу. Действительно цивильно, хорошо. Все есть, телек, Wi-Fi, все, короче, до завтра.